Коллега, я тебя приветствую. На связи Давид Резаев, сооснователь Национальной ассоциации аукционных брокеров. Наш бизнес – это аукционы по банкротству. Мы в данном бизнесе работаем профессионально в рамках всей Российской Федерации. Мы пошли дальше, даже сделали под все это дело свой профсоюз, свою ассоциацию. И мы называемся аукционные брокеры. Собственно, эту профессию наша ассоциация и продвигает на рынок Российской Федерации. В сегодняшнем видео я хочу тебе рассказать, кто же мы такие, аукционные брокеры, как мы работаем. У каждой профессии есть свой алгоритм работы, свои обязанности. И вот как раз таки сегодня на эту тему я хочу с вами и пообщаться, и рассказать. В общем, как я уже сказал, наш бизнес — это аукционы по банкротству. Данный бизнес мы уложили в четкие 5 понятных шагов. Делай 1, 2, 3, 4, 5, и будет у тебя на выходе результат. Результат равно деньги. И, собственно, поехали. Пятишаговая система, шаг номер 1. Для того, чтобы начать работать в данном бизнесе, ты должен уметь искать лоты. По-другому говоря, мониторить лоты, мониторить объекты. Объекты продаются на аукционах по банкротству с 55 электронно-торговых площадок. Есть агрегаторы, где торги саккумулированы в одном месте. Есть единый федеральный реестр сведений о банкротстве, где также данные торги саккумулированы в одном месте. Это такой государственный агрегатор. Собственно, там мы и ищем данные лоты, данные торги. На самом деле несложно искать лоты. Самое сложное — определиться, в каком направлении вы будете работать на торгах по банкротству. Потому что на торгах по банкротству насчитывается более 25 направлений. Квартиры, машины, спецтехника, коммерческая недвижимость, земельные участки, оборудование. И так можно перечислять очень-очень долго. Мы у себя в компании работаем в двух основных направлениях. Это направление спецтехники и направление коммерческой недвижимости, сегмент B2B. Нам интересно работать с предпринимателями. И каждому направлению у нас есть свои требования. С коммерческой недвижимости у нас задача получать комиссионное вознаграждение минимум 500 тысяч и выше. Со спецтехники у нас задача получать комиссионное вознаграждение 300 тысяч и выше. И вот, исходя из этих критериев, мы должны мониторить такой лот, чтобы с учетом нашей прибыли, с учетом нашего заработка, его рыночная цена в Яндексе, на Авито, в Гугле, в общем, рыночная цена должна быть на 10-20% дешевле. В этом случае мы данный лот быстро капитализируем. Мы за быстрые деньги, мы за быстрые сделки. Сложного на первом шаге ничего нету. Главное — определиться, в каком направлении мы работаем, и искать лоты, чтобы они были дешевле на 10-20% от рыночной цены. Едем дальше. Шаг номер 2. Шаг номер 2 называется проверка лота, проверка объекта. На данном шаге наша прямая задача — понять, в каком же состоянии находится лот. Можно ли его покупать? Какое у него техническое состояние, внешнее состояние и так далее. Для этого мы запрашиваем документы у конкурсного управляющего. Мы берем телефон, мы заходим на электронно-торговые площадки, смотрим его номер, звоним конкурсному управляющему, представляемся, кто же мы такие, и говорим: уважаемый конкурсный, нас интересуют документы, фотографии, отчет оценщика и все сопутствующие материалы по такому-то лоту, должник такой-то. Будьте добры, вышлите мне ее, пожалуйста, на мою электронную почту. И скидывайте ему сразу сопроводительное письмо. И также параллельно договариваетесь за осмотр.
по закону, по 127 федеральному закону, а мы работаем в рамках данного закона, это вообще настольная книга брокера, библия брокера, по-другому мы ее называем. Так вот, по закону конкурсный управляющий обязан дать вам доступ для осмотра и изучения того или иного лота. Если он препятствует, то можно торги отменить. Но это совсем другая история. Итак, не отходим от второго шага. Наша задача изучить сначала документы. Если мы понимаем, что лот в хорошем состоянии, едем его смотрим. Поехали, посмотрели, если это автомобиль, взяли ключи у конкурсного управляющего или у помощника конкурсного управляющего, в зависимости от того, кто вам показывает данный объект. Завели автомобиль, послушали, как работает двигатель, коробка, проехали взад-вперед и так далее. По такой же аналогии действуем и с коммерческой недвижимостью. Зашли внутрь, посмотрели состояние стен, пола, окон и так далее. В общем, задача выяснить, ликвидный ли это лот, в хорошем ли он состоянии. Окей, понимаем, что лот в хорошем состоянии, и идем далее. А далее мы проверяем на юридическую составляющую. Это очень важно, уважаемые друзья. Так как я сказал, что мы работаем в ассоциации, и мы все продумали до мелочей. У нас в штате есть свои юристы. У нас целый штат юристов, который находится в городе Ярославле. Вот. И данные документы мы обычно им скидываем на проверку. Они дают заключение по тому или иному объекту, какие там обременения, снимаемые, неснимаемые. Но вообще по закону, по 127 федеральному закону, в 90% случаев все обременения снимаются. Не это ли прекрасно, уважаемые коллеги. В общем, мы выясняем, в каком состоянии лот. И на втором шаге, если все классно, двигаемся дальше по нашей пятишаговой системе. Если лот в плохом состоянии, не стоит огорчаться ни в коем случае. Этих лотов очень много. В данный момент на площадке торгуется более 2 миллионов лотов. И ежедневно они сотнями попадают на площадку. Сотни лотов постоянно обновляются. Поехали дальше, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Шаг номер 3. Давайте пробежимся по хронологии. Мы на первом шаге сделали мониторинг лотов. На втором шаге мы проверили данный объект. Окей, у нас есть классный лот. Сейчас задача выяснить, нужен ли кому-то данный лот. Нужен ли он рынку. Итак, друзья, третий шаг называется тестирование спроса до его покупки. И тут как раз таки начинается все самое интересное. Мы данный лот, данный объект выставляем на площадке объявлений. Такие как Авито, Циан, Автору, Дромру, в зависимости от того, какой лот. Выставляем. Я вам, собственно, могу сейчас это продемонстрировать, как мы делаем. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Перемещаемся на экран моего ноутбука, и мы сейчас с вами в личном кабинете avito.ru. Обратите внимание, аккаунт «Деньги до банкротства». И по моим завершенным объявлениям, у меня их тут порядка 100, я вам сейчас на примере одного объявления покажу, как же мы тестируем спрос. Вот открываем, к примеру, вот данное объявление. Офисное помещение 1950 квадратных метров. Что мы имеем? Мы имеем отдельно стоящее здание, коммерческую недвижимость в Питере. Цена по отчету оценщика 237 миллионов рублей. В данный момент цена торговалась 98 миллионов 100. Что же я сделал? Я поехал на объект, посмотрел его, пофотографировал. Реально объект очень был классный. К сожалению, мы не успели зайти по данному объекту в сделку, потому что у инвестора заблокировали счет в последний момент. Итак, поехал я, посмотрел и выставляю вот такое-то объявление, которое состоит из трех частей. В первой части объявления я описываю все плюсы данного объекта. Во второй части я пишу, что данный объект продается в рамках дела о банкротстве. Это имеет ряд плюсов. Ну, во-первых, данный объект продается уже на 50% дешевле рынка. Указываю пару периодов снижения цены до того периода, на котором я точно уверен, что ниже показывать нельзя.
И в третьей части объявления я пишу, кто мы такие. Пишу, работаем официально по договору под ключ, есть официальная аккредитация нашей компании в качестве партнера на данной электронно-торговой площадке. Выкупим для вас данный объект за комиссионное вознаграждение. Звоните. И вот по такому объявлению нам поступают звонки, и наша задача по диалогу скрипту закрыть покупателя-инвестора на договор, в котором будет четко прописано, за какую цену мы выкупаем, какая сумма до наших комиссионных вознаграждений и ряд других условий. Я вам сейчас показал только один метод, как искать инвесторов. У нас в арсенале таких методов порядка 10. Давайте я вам быстренько покажу метод номер 2. Давайте смоделируем ситуацию, как будто бы у нас задача найти инвестора на спецтехнику в каком-нибудь регионе. Перемещаемся на экран моего монитора. И сейчас я вам покажу и продемонстрирую. Итак, заходим на сайт Яндекс.ру, пишем в Яндексе «Скупка спецтехники в регионах». И вот все наши инвесторы. Вот, друзья, обратите внимание, выкуп любой спецтехники. Компания купит спецтехнику, онлайн-оценка и так далее. Выкуп БУ спецтехники в любом состоянии дорого. Классный офер. Кликаем на данный сайт, и мы видим, некая компания на постоянной основе покупает погрузчики, экскаваторы, бульдозеры, катки, дорожные фрезы, автокраны и так далее. В общем, всего этого добра на торгах по банкротству очень много. Строительные компании лопаются еженедельно. В данный момент банкротится одна из известных компаний СУ-155. Чтобы вы понимали, у нее на балансе только спецтехники числится 12400 единиц. Рынок спецтехники огромнейший, и эта компания только среднего уровня. Итак, мы звоним по телефону, который указан на сайте, и строим диалог в следующем контексте. Алло, добрый день, меня зовут Давид Викторович, наша компания занимается аукционами по банкротству. К нам поступил на реализацию экскаватор Hitachi ZX450, его рыночная цена 4 миллиона рублей. Для вашей компании мы готовы сделать цену 2 миллиона 800. И называете ему цену с учетом вашего бонуса, с учетом вашего комиссионного вознаграждения. Как вы думаете, интересное ли предложение вы сделали данному человеку, которому звоните? Конечно, когда перекупы видят хотя бы разницу от рыночной цены в 10-15%, они по-любому будут входить в сделку. Вот вам, пожалуйста, метод номер 2, как искать инвесторов. Двигаемся далее, уважаемые друзья. Шаг номер 4. Шаг номер 4. Участие в торгах, покупка лота. Данный шаг, он интересный. Тут уже начинается практика непосредственно в торгах. И что же нам нужно на данном четвертом шаге? Нам тут необходимо. Первое. Это аукционная документация. Мы участвуем в торгах как физические лица. Несмотря на то, что у меня есть свое ИП, ООО, у нас есть своя некоммерческая организация, Национальная ассоциация аукционных брокеров. Мы участвуем в торгах как физические лица. Минимальный пакет документов. Это паспорт, идентификационный код, это платежные поручения, это договор о задатки и заявка. Заявка на участие. Заявка выглядит вот таким вот образом. Она обычно на 3 листах формата А4. Заявка должна соответствовать требованиям 127 федерального закона. Многие неопытные аукционные брокеры делают ошибки именно в заявке. И иногда печально наблюдать, когда 10 заявок было подано, и там, к примеру, 4 из них отклонили из-за того, что неправильно составлена заявка. Спасибо нашему юридическому отделу, у нас заявочки эталонные. Итак, на четвертом шаге нам необходимо подготовить аукционную документацию. Второе, внести задаток для участия в торгах. Обычно он составляет 10% от цены этапа, не более 20%. И
Третье. Нам необходима аккредитация и регистрация на электронно-торговой площадке. И четвертое. Нам необходима, уважаемые друзья, электронно-цифровая подпись. Электронно-цифровая подпись, вот так вот они выглядят. На вид это обычные флешки, но на самом деле это не флешки, это ключики от ваших миллионов рублей. Давайте к ЭЦП относиться уважительно. Это ключи от ваших миллионов, уважаемые друзья. А у вас, наверное, сейчас сразу вопрос в голове. Сколько же стоит ключ от миллионов рублей? От 7 до 10 тысяч в зависимости от регионов, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. По четвертому шагу у вас должно быть готово документы, платежное поручение, аккредитация и ЭЦП. И вот самое главное, друзья, на четвертом шаге у вас должна быть стратегия победы, по которой вы будете выигрывать данную торговую процедуру. Мы за 2,5 года участия в торговых процедурах, я лично проанализировал более 1000 протоколов. И я там увидел некие алгоритмы, когда нужно подавать заявку, как делать правильное ценообразование, как на площадке отслеживать, сколько заявок было подано, сделать анализ своих конкурентов и так далее. Об этих всех нюансах мы рассказываем у нас на подготовке партнеров. Все ссылочки я ставлю в описании. Кого заинтересовала профессия аукционного брокера, перейдите по ссылочкам и узнаете подробную информацию. Вот, в общем, подводя итог по четвертому шагу, нам необходимо 4 основных действия: документы, задаток, аккредитация, ЭЦП. И нам очень важна стратегия победы, чтобы лот достался нам. Поехали дальше. Шаг номер 5. Завершающий шаг, самый приятный шаг. На данном шаге мы получаем прибыль, мы получаем деньги. После 4 шага нам приходит протокол торгов. Мы его показываем инвестору. Вот, вы, пожалуйста, выиграли. Он нам выплачивает комиссионное вознаграждение. Мы его стыкуем с конкурсным управляющим. Они подписывают договор купли-продажи, акт приема-передачи, оплата остатка денег и оформление объектов собственности. Мы это все контролируем, бдим, при необходимости помогаем. Потом жмем инвестору руку и готовимся к следующей сделке. Друзья, запомните, один раз закрыв инвестора на ура, вы его к себе привязываете навсегда. А представьте, что вы занимаетесь аукционами по банкротству 2 месяца, 3 месяца, 5 месяцев, и в вашем арсенале хотя бы 2-3 инвестора, которые на постоянной основе что-то выкупают дешевле рынка и платят вам за это комиссионное вознаграждение. Я вас поздравляю, вы на финансовой вершине. Нет или прекрасно? Все, уважаемые друзья, вот я вам в принципе и рассказал пятишаговую систему. А на самом деле сложного ничего нету. Когда вы изо дня в день выполняете одни действия по 2-3 раза, это называется дискретность действий, вы становитесь экспертами, вы становитесь профессионалами. Вот. Я вам рекомендую быть в команде с сильнейшими, присоединяйтесь к Национальной ассоциации аукционных брокеров, у нас большие планы на этот рынок. И если вы уже на себя примерили роль аукционного брокера, переходите по ссылкам в описании и увидимся с вами в команде. На связи был Давид Резаев.